Ребятки, всем hello, с вами канал Мистер Зуб. И мы начинаем, как всегда, и короче, сейчас будем проходить, короче, Skyrim VR, долгожданный. Долго я в него хотел поиграть и позаписывать, вот, но сейчас как раз мы эту мечту исполним. Я уже включал, там, пробовал, ну, я так чисто персонажа там от балды создал. Вот, сейчас будем, короче, проходить уже, создавать персонажа. Я уже запустил его, едем мы там уже на повозке. Короче, поехали, ребят. Заденем шлем. И вперед. Так, включим сейчас самый. Или. Как раз у нас тут мувов осталось на две где-то. Две палочки батареек. Палочек батареек. Так, звук я тоже вроде наладил, не должен быть, а то я записывал этот бургер, этот, про бургеры. Что-то я со звуком там намудрил, что звук игры перебивал мой голос, короче. Ну, сейчас мы здесь, сейчас я уже здесь настроил. Все, одеваем VR и погнали в Skyrim, ребят. Я сейчас сразу запущу, вот. Оп. Так, вроде бы все видно, да? Да, вроде бы все видно. Так, ребятки, ну вот мы в повозке, короче. Едем, сейчас наушнички одену. Возьму мувики. Один, и вот он. Это еще один, вот он. Ребят, видно мувы, да? Вроде должен быть. Пымс. По башке тебе. Журнал заданий. Сейчас я, ребятки, сяду поудобнее. Повозки. Так, вот, вроде все, уселись на скамеечку поудобней. Сейчас проводки сюда куда-нибудь запихну. Да, ребят, Skyrim сидя лучше всего, потому что стоя, тут можно и херануться, и разбить монитор, короче, и комп разбить, и можно назад упасть, короче, ну, вестибулярка может подвести, короче, и будет бобо. Так что мы лучше в сидячем положении, так оно проще. Вот. Ну все, ребят, сейчас чуть-чуть еще звук поднастрою, наверное. Так. Настройки. Аудио. Так, общая громкость. Ставь голос на всю. Шаги. Эффекты вроде бы тоже на всю, да? Музыка не на всю. Все. Громкостью вроде все нормально. VR тоже нормально все, ребят. Тут я поднастроил сейчас. Ну, можете сейчас сами посмотреть настроечки. Режим поворота плавный. Шаговое перемещение плавное. Шаг поворота медленный. Режим движения. А, перемещение. Что у нас тут? Телепортация, режим движения. Да, телепортацию я ненавижу в игре. Я вообще не знаю, как ей вообще играть можно. Кто вообще эту телепортацию придумал? Обалдеть. Так, расположение компаса низко. Ведущая рука правая. Показывать руки без оружия, да. Это тоже у нас все вроде бы настроено, да? Хотя высоту можно и поменьше сделать. Скорость перемещения. Прицел. Прицел есть. Реалистичное плавание включено. Реалистичное прицеливание из лука тоже. Ну и фильтра я отключил. Это фильтры, это, короче, вот эти вот темные рамки по краям. Все, ребят, погнали. Хранение.
А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Савнгард ждет. Не может быть. Оболтус. Я сплю. Не спи, дурак. Эй, Конокрад. Эй, чего? А ты из какой деревни? А, Конокрад. Вот этот вот. Последние мысли вот. Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед. Я из Рорикстеда. Здравия желаю, генерал. Палач уже ждет. Хорошо. Покончим Балдеть, с этим. Ребят, едем на плаху, короче. Мар, Дебелла, Кинарет, Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. Можно. А с ним, похоже, Талбарс. Репортаж. Проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Спасибо за ваш комментарий. Это Хелген. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Хелген. Интересно, Вилут еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Верно, ребят. Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Смешно. Папа, кто это такие? Куда они идут? Иди скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну, домой, живо. Да, папа. А где там малой? Пол, да? А вон все стоят. Выводите их из повозки. Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Вот приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, Пол, постойте. Тебя. Мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, вор. Скажи им правду. Мы не с тобой. Это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник, ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вот он. Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Застрелили. Постойте-ка. Кстати, они его, по-моему, в пятку ранили. Шаг вперед. Я что? А кто ты? Кто мы, ребят? За кого будем играть? Редгар? Темный эльф? Хорошие маги, кроме того, они отличаются развитым навыком скрытности. Они обладают врожденной сопротивляемостью огню и могут использовать гнев предков, чтобы окружить себя огнем. Вот темный эльф вообще прикольно. Ярость боя. У орков у нас что здесь? Берсеркер, тяжелая броня, короче, танк. Эскарима, норды. Холода, они могут использовать боевой клич, чтобы обратить. Лесной эльф. А, ребят. Так, жители лесов западного Веленбуда. Также известный как Осмер. Отличные воры и разведчики. Кто во всем этом деле не сравнится с владением луком. Так, ну луком мы здесь стрелять не будем. Аджит не песен, вот имперец мне. Деньги можно найти золото. Имперец найти больше. Но способность голос императора позволяет им успокаивать врагов. Это тоже прикольно. Конец. Воплощать заклинания. Вот это тоже прикольно. Органианин.
Так сказать, ящерица. Арахис. Да? Кстати, вот высокий эльф мы еще не посмотрели. Самые магически одаренные из всех рас. Они могут позвать к своей силе высокорожденных. Быстро восполнить магию. Наверное, бретонца все-таки возьмем. Потому что... Так, бретонец. Квадрат, да? Ола. Пол. Женский. Можно за бабусы. Мы мужиком. Типаж. Нет? Какой-то как хохол, да? Так. Этот нет тоже. Тоже нет. Вот этот вот еще прикольный. Вот можно вот этого взять. Тон кожи. Нормальный вес. Поубавим вес, да? Но не будем. Так, голова, цвет лица. Без грязи. Грязи там. Рамы тут такое. Боевая раскраска. Ты говном лицо намазали. Так, а это еще что? А, ну типа татухи. Ладно, это как у Мерли Мэнсона, да? Глазки накрашены. Так, БУ раскраску нахрен. Это БУ раскраски тоже нахрен. Лицо. Носа, высота нос. У нас тут все устраивает. Форма глаз. Такой удивленный. Мне кажется, или это так, цвет глаз. Вот можно зеленый выбрать. Тип бровей. А пускай такие будут. Так, рот. Блин. А пускай такой будет. Хер с ним, да? Лицо не... Так, ладно. Волосы.
Так, ну вот с косичкой ничего, борода и усы. Вот можно такую бородку. Не, ну это сильно уже борода. Вот такие нормальные, да? Волосы чуть сединой. Ну все. Готово. Так, имя персонажа, да? Давайте моим именем назовем его Роман. Ты из Деггерфолла, бретонец? Бежишь от какой-то дворцовой интриги? Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. Бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. На плаху сразу? Мне очень жаль. Мы отправим твои останки в Хайрок. Иди за капитаном. Вот гады, сразу на плаху. Чуть что, сразу голову с плеч. Ульфрик Буревестник. Здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Мы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Парень, что это было? Ничего, продолжай. Да, генерал Тулий. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да прибудет... Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу! Ибо вы, как скажете... Я что, все утро ждать буду? Обалдеть. Смотрите, сейчас башка с плеч. Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Крест. Ум, блядь. Обалдеть. Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Давай теперь бретонское отродье! Опа, опять за мной сейчас прилетит. Слышите? Следующий, так. Говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Может не надо, ребят, может не надо. Постойте, постойте. А, блин, ты видите, там голова. У меня аж руки затряслись. Черт, тебя подери. Господи, смотрите. Это что еще такое, Обливион, его побери? Опа. Часовые. Да. Что вы видите? О-хо-хо, палач, ты че? Не ссы. Я сам ссу. Обалдеть. Черт, иди. Пошли, второго шанса боги нам не дадут. Пойдем, пойдем. Сюда. Ух ты ж, ё-моё. Это зря. Гляньте, горит. Туши, туши. Я что это? Неужели легенды не врут? Легенды не сжигают деревень.
Надо уходить. Быстро! Наверх через башню. Бежим! Побежали, побежали. Еще секунда. Наверх, о, мамия! Обалдеть, ребят. Видишь трактир на той стороне? Прыгай на крышу и беги. Беги! Черт, тебя подери. Мы за тобой как только сможем. Куда, куда бежать, блин? Алин, иди сюда. Давай быстрее. Вот, молодец. Тора, я тобой, Гарри. Все назад! И он там летает. А, вон он. Еще дышишь, висельник? Держись рядом со мной, если хочешь жить. Гуннар, займись мальчиком. Обалдеть. Мне нужно найти генерала Тулия. Он организует оборону. Она правит тебя боги, Ханна. Иди. Прижмитесь к стене. Быстро за мной. Обалдеть, он здоровый. А что он так быстро движется? Обливил его гвоздей. Ханва, крепость, мы уходим. Ну что, значит ты со мной? Не отставай. Ралов, проклятый предатель. С дороги. Мы бежим и сбежим, Ханва. Тебе нас не остановить. Отлично. Надеюсь, дракон всех вас, что Вингард заберет. Эй, ты! Быстро в крепость! Обливил его во сне! Пленник, сюда! Идем! Так, с кем пойдем? С имперцем или с этим? Пойдемте с имперцем, наверное. Они меня хотели бошку отрубить. Все-таки у них броня получше. А эти как оборванцы какие-то. Да, ребят, вам просто не передать. Каково это? Похоже, кроме нас никто не спасся. Это и правда был дракон? Провозвестник конца времен? Наверное. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Ну вот. Пошарь вокруг, тут полно снаряжения. Выбирай. А я поищу что-нибудь от ожогов. Так, сундук пустой. В этих сундуках наверняка найдется меч. Ага, смотрите, ребят. Это все на треугольник. Поищи. Им медали. Поищи какое-нибудь снаряжение. О. Железный меч. В этих сундуках наверняка найдется меч. Поищи. Половник. В этих сундуках наверняка найдется меч. Поищи. Да сейчас, подожди ты. Так. Имперская легкая броня. Железный меч. Имперский легкий. Что возьмем? Надевай-ка броню и опробуй тот меч. Давай не будем задерживаться. О, смотрите, это тварь еще рядом. Деревянная мит. Эй, подожди. Так. Вот так вот. Смотри. О! Тебе идет. Тут. Ты на башке. Иди, пошел. Ты ж головной убор свой потерял. Быстро, сюда. Так, железный меч возьмем. Подожди, я еще не оделся. Господи, куда он побежал? Как одеваться-то? Предметы. Оружие. Железный меч. Берем. Выбрать. Есть. Одежда. Амот. Сейчас какая броня. Ай. Смотрите, ребят.
Подожди ты, блин. О, вино. Смотрите, как можно, да? Смотрите. Круто, да? Знаете, вот что вот только вот нельзя делать, это то, что, как вам сказать, короче, в старом Скайриме можно было брать трупаки и их там таскать, кидать, короче, здесь я, не знаю, не нашел того, что можно вот их взять и там тащить куда-то. Тут только чисто это, ну, я правда не знаю, если кто знает, напишите там в комментариях. Раньше можно было поприкалываться. Сейчас, вот сколько не пытался, какие комбинации не зажимал, все равно он труп не хватает. Труп он никуда не тащит. Так. А меч? О, отки. Слышишь, братья Бури, может нам удастся с ними договориться. Эй, погоди, стой. Мы просто... Кто-нибудь есть? Если хочешь умереть, да будет так. Ваш запас сил на исходе. Твою мать. Умри. Победа за... Погоди, я попробую открыть. Смотрите, кровь. Меч в кровище, блин. Обалдеть. Вот раньше можно было вот смотреть, а смотреть только можно, да? Поторопись. Раньше зажимал и тащишь его. Поторопимся. А сейчас вот он не хочет его тащить. Поторопимся. Никак не хочет. Так, здесь на эту кнопку он бежит. Пошли. А что у нас это? Оп. Сюда. Так, вот, подожди, дай-ка я сейчас осмотрю их. Железная секира у них. Кираса. Берем все. Давай сюда. Да. Вот сейчас, видите, тащить его нельзя. Раньше можно было. Смотрите. Кровь из задницы плещет. Эх. Поторопимся. Давай сюда. Так, ладно. Поторопимся. Железный боевой топор возьмем, все. Потом, если что, выкину. Пошли. Вы же прикольные, ребят. Так, а здесь вроде бы ничего нет, да? А, поторопимся. Здесь... Так, знаете, что еще хотел? Посмотреть, что у нас тут за магия вообще. Магия. Разрушение. Пламя есть. Взять на левую руку. Сейчас вам покажу пламя. Это здоровски. Смотрите. Пошли. Круто. Это. Так, круто. Так. Запасил просто. Давай запас. Сюда. Я сейчас это что-то, блин, заладил. Иду, иду. Капусточка. Жмем. Ладно.
Так, а как оружие? Вот, оружие вот так вот прятать, да? Плохо, что, конечно, нету руки, не видно, что мы меч берем. А так, в принципе, неплохо. Эй. Здесь у нас что, соль? Соль. Это пригодится. Казан, смотрите. Эй. Казан, тебе нужен? Подожди, подожди. Подожди, куда ты? Куда? 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 Дай тебе на бошку его надо. Подожди. Тихо, тихо. Куда? Проклятый дракон никак не уймется. Что ты делаешь? Надо бежать из Хелгена. Живо! Имперцы держали тут зелье. Нам они пригодятся. Эй! О, сейчас начнется сваруха. Держи, собака. Жари. Старых посланных. Мы разгромлены. На, сволочь. Посмотри, не найдется ли каких зелий. Они точно лишними не будут. Точно, да, точно не будет ничего. Так. Что мы взяли там? Так, зелья взяли. Соли взяли. Так, что еще у нас тут? Смотрите, кролики. Такой скролик. А уж не может открепиться от кролика, жил. Блин, а что я? А, добавлено, да? Взяли кролика. Инс. Боксерская груша. Так, ладненько. А это что? Посмотреть, да? А что-нибудь? Трассы. Что у нас по весу? По весу пока у нас... Так, бочки должны быть. Вот оно. Попасть. Казинка. Так, а здесь что? Посмотреть. Ясный боевой молот. Мы уже не... А, да, утянем. Там, если что, продадим. Так, здесь у нас... Вот, смотрите. Посмотреть буфет. Утюг. Не нужен. Взять зелье. О. Еще. Слабо зелье магии. Соль. Ингредиент. Можно жрать, по-моему. Хлеб может. Здесь. От меня спулись. Эх, крым, тащите нового мне пива. Так, ладно, как встать? Встали. Так, ладно, смотрите, пазан. Пазанья грудка добавлена. Блин, как же прикольно, ребят, смотрите. Огонь прям гад. Вам это вот... Я не знаю, как вот вам передать это. Просто вот погреем руки. Ого, горячо. Так, ладно. У нас тут еще вино. Вино все забираем. Так, этих раздели. Вино все забрали, да? Все, чтобы... Так, здесь у нас большой мешок.
Яблок. Убираем. Большой мешок. Пока забираем. Так, ладно, пойдем. Ну что, готово? Конечно. Сюда. О. Ладно, не будем больше это. Комната пыток. Взяли. О боги, почему без этого никак не обойтись? Слышишь? Давай! Вот это да. Я на твоей стороне. А, он на моей стороне. Победа за тобой! Я остаюсь! Нас. Я его убил, не ссы, вставай. Погоди минуту. Похоже, за решеткой что-то есть. Ты тоже заметил? Я тоже видел. Так, 202 уже килограмма, да? И не получится ли подцепить отмычкой? Нам все пригодится. Отмычкой, да, сейчас. Хватай все, что найдешь, и пошли. Осмотреть. Имперский наручик, кстати. Капюшон пыточных дел мастера. Ребят, прикиньте. Арнокин. А, это же палач, по-моему, да? Смотрите, какое тело у него дряхлое. Так. Ну, мы уже ничего не будем брать, потому что будем в перегрузе тогда. Они достают. Оба, открыть. Осыпался. Так, вот это вот нужно быть. И, кстати, знаете, что еще? Вот здесь где-то книга есть. Ошибаюсь. Он даже две. Вот она одна. Краткая история империи. Смотрите, как книжки здорово стало читать. Оп. Листываешь. Еще одна, вот она. Кстати, и тут вот они, отмычки. Раз. А, они ничего не повышают, да? Тупо. Блин. О, ребят, чип. У меня магия прикалывает, в принципе. Можно магию на две руки вообще поставить. Так, в мешке что тут? Отмычка вон. Всё. И книжка. Она рождённая. Ладно, хрен с ней. Давайте вскроем вот этот замок. Открыть. Так, вот тут теперь, да, используйте три квадрата или треугольник, чтобы повернуть отмычку. Затем Т, чтобы повернуть замок. Все, в принципе, я понял. Понятно, вот эти две кнопки, главное не забыть. Так, осмотреть надо. Тоже забираем все. Блин. Кстати, я еще взял том, да? Я все забываю. Так, предметы. Книги. Том заклинаний Искра. Получено новое заклинание. Классно, ребят. Магия. Крушение. Есть искра, электрический разряд, наносящий. Поставим ее на правую руку. Тоже 8×8 единиц. О, смотрите, круто. Кстати, искра. Всё, блин, Дамблдор. Это есть. Великий волшебник. Сейчас пойдем в Хогвартс. Подкачивать навыки. Так, ладно. А мы вроде все взяли, да? Ну это прикольно, ребят. Магия из рук, это вообще что-то. О,
Так, здесь где-то мешочек был. А, ну вон он там. Откроем? Попробуем, да? Ай. Есть. Открыли, открыли. Так, осмотреть скелет. Кошелек с монетой. Все забрали, ребят. Монетами. Идем дальше. Так, а ты кто у нас? Какой? Тут нам лучше держаться вместе. У меня магия есть. Магия есть. Чуешь, как чем пахнет? Искрой пахнет. Сюда. Так, здесь у нас вроде бы ничего ценного нету. Или может я что-то пропустил? Вот здесь на полке нашли. А, вот тут здесь. Нам лучше держаться вместе. Рваный балахон. Это золото. Берем. Быстрее, шевелись. Иду я. Это, блин. Пойдем. Шевелись, шевелись. Целую всю дорогу подгоняет. Дай насладиться, я, блин. Куре бретонца. Во имя Обливион. И куда же нам идти? Где же выход? Погоди минутку, дай подумать. Передай Ульфрику привет. Да черт, я подери. Но, огнем, блин. Мать, я запахнул. Черт, это ты жука. Ай, ты блин. Он меня сейчас убьет. Твою мать. Это что-то все-таки оружие какое-то, блядь. Правую руку, наверное, возьмем топорик. Будем топориком мать. А, это свой, блин. Черт, ребят. Че они там есть? Должны. Давай, гони. Черт, тебя подери, сейчас того убьют. А, он их все уже. Ладно, какая у меня там, блин, сложность стоит? Что-то я прям вообще по здоровью прям потерял. Плохо прям. Лук бы хотелось бы забрать у него, да? Но этого нету. Смотрите, здоровья вообще нет. Раз собрать. Дайте лук. Железный двуручный меч, кстати, ребят. Кстати, тут двуручником махать. Колбайся. А, вот тут эта хрень была, что-то я ступанул. Надо было поджечь что-то.
Железная стрела берем и длинный лук. Берем. Все остальное нафиг не нужно. И у этого посмотреть. Железная стрела. Так, все что ли? Давай сюда. О, видите, ребят, надо было поджечь и все, блядь. Кажется, выход впереди. Ну, давай. Да сейчас идем. Посмотрим, куда. Давай уже. Кстати, лук, может, надо взять. Есть. Сейчас возьмем лук. О. Да. Давай, пускай. Балда. Гоняемся. Так, все, сохранение, ребят, прошло. Погнали дальше. Назад теперь не пройти. Повезло еще, что все это нам надо, и я понял. Пошли вперед. Остальные как-нибудь выберутся. Да я вижу, ты куда там? Че пропал? Ну, вперед. Он туда пошел. А мы сюда пойдем. Здесь он кошелек с монетами. Лета нет ничего. Слабое зелье лечения. Сейчас медведя будем валить, ребят. По-моему, медведя. Там тупик. Думаю, лучше попробовать тут. А, в обход надо. Управление, конечно, отстойное. Пауки, блин. Да я Робин Гуд, ребят. Дали. Облачко, ну-ка. Эх, ну почти. Ух ты. Да блин. Где? Вот тебе и каникул. А что дальше? Гигантские змеи? Рено уже. Гигантские змеи. Железная стрела. Вот тоже сейчас заберем. Стрел нету. Пауки, блин, вообще пипец просто, смотрите, ребят. Обалдеть, как будто вот он лежит. Няшенька. Эй, паучок. Хороший паучок. Дохлый паучок. Так, ладно, где моя еще стрела? Тут вроде бы все собрали. Вот она еще, голова. А, это золотокрыс. И вот еще яйца есть, кладка паучья. Тоже надо убирать все. Да черт тебя дери, что там случилось-то? Забрали. Так, я тут уже сижу как-то по-идиотски. Да блин, ну что ж ты будешь делать? Вот, все. Там не вижу, что повернулся. Смотрите, чудик. Душеное тело.
О, золотишко. О, смотрите, я его взял. Ну-ка, стой. А, ну все, как труха, короче. Прикольно. А ну как, блин, кости на костяшках спотыкаюсь. А смотрите, отсюда уже, а его можно подобрать, так и с трупом можно. Нет, нельзя. Подобрать нельзя. Может, большого нельзя, а мелкого. Ну, смотрите, только вот эту хрень можно. Я танцую джигу. Я танцую джигу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И туда. Кстати, вон там еще кладка. Нам лучше держаться вместе. Косточки отлетают. Забрали вроде бы. Голова тут еще. Так, помелочь. Блин, как же здесь атмосферно, ребят. Просто, ну это ощущение, как будто я первый раз тут в Кариме. Это сколько лет игре. Не сказать, что прям графика обалденная. Но в VR это все объемно. Вообще просто классно. Блин, я просто вот довольно. Постой. Прям там медведица была. Впереди. Карим, видишь? Поиграть. По мне с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть мимо. Идем тихонько, осторожно. И смотри, да давай завалим ее. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Не любишь прятаться, значит? О, вот это крип. Ребят. О, блин, я уж обосрался. Вот это нахрен медведь. Хоть стоит в стороне, блин, урод, блин, хоть помог. Один, блин, против медведя. Черноверовский мед. Лесный шлем, ребята, легендарный. Рогами. Вино, вино, вино. Винишко взяли, да? Железные стрелы 7 у нас. Так, кстати, что оно там охраняло? Пойдемте посмотрим. А, кости тут. Может, там наверху что-то есть? Не, вроде бы. Там вроде бы тоже. Ну чего ты, я все, медведя завалил. Урод, блин. Как его зовут-то? Падвар. Падвар, уродец. Я, блин, один медведя завалил. Стоял он. Думал, что мне уже прыжка. Пойдем тут уже кого-нибудь. Похоже, это выход. Я уж испугался, что мы не выберемся. Сейчас, ребятки, вы узрите всю красотищу Карима. Это прям вообще что-то с чем-то. Смотрите. Постой! Как он полетел. Они накосят. Ну, вроде он совсем улетел. Ну, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Ближайший отсюда город — это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Блин, это понятно, но...
Так. Так, ребятки. Мои дорогие, на этом будем заканчивать. Видео уже тут 55 минут, мы только проходим одно вступление. У меня уже на башке он там дуга от этого шлема, блин. Так, ладненько, все, ребят, до новых встреч. Кому понравилось, ставь лайк. Ему потом, пока что начну, наверное, проходить, короче, без записи, наверное. Вот, буду включаться там, потому что, ну, так всю игру тоже целиком записать, это, я не знаю, сколько нужно будет времени. Так, хоть я чуть-чуть там полазю, поищу, может, чего. Вот, и буду включаться. Ну, может, так, а может, и буду целиком записывать, не знаю, посмотрим. Кому понравилось, ребят, ставьте, жмите лайк. Ну, а с вами был Мистер Зуб. До новых встреч, ребят.